Салем, Достарс, сегодня на канале у нас будет реакция на Шизу. Неожиданно Шиза врывается в наш эфир, и трек называется «Бас». Он достаточно короткий, всего лишь час. Какой час, о чем я? Всего лишь минута 42. И это исполнитель, которого я какое-то время слушал, записывал на него реакции. Собственно, в моменте записи реакции я его только и слушал. И потом он попал из моего поля зрения, его случайно наткнулся на это видео, просто в Ютубе попалось. Оказывается, оно годичной давности и достаточно много просмотров. И это клип. А значит, самое время записывать реакции. Ребят, прежде чем мы приступим, конечно же, всем Купрахмет. Подписывайтесь, кто еще не подписался. Также подписывайтесь на мой Бусти, ссылка в описании. Там выходят реакции на фильмы и сериалы. Контента много, он выходит каждый день, в том числе и по вашим заявкам. В общем, всех жду. Ну а у нас Шиза, Бас, ехала. Что-то на олдскульном. И картинка такая же. Вайп нереальный. Это Туркестан. Соңында тек қана сыйластық қана қалат бір-бірімізбен басы басыман болсын қалған кейін көре береміз ей қалған походы дела көре береміз адай адай. Ни черта не понятно, но очень круто звучит и картинка крутая. Шамадан түсіп кетчатса грелзы золотые басынан шығып кетчатса ашығын ай болмасын ай басы басыман болсын төрт шәкірттай басы басыман болсын төрт шәкірттай. Странная локация для клипа Туркестан. Ну, супер стиль. Мало. 04.06 прошлого года, соответственно, да, Туркестан, Куаласи. Короче, я так понимаю, это такой короткий трек в поддержку своего гастрольного тура, скорее всего. Ну, окей, но тем не менее, все очень-очень круто снято. Очень круто снято, стиль, вайб. Все присутствует. Жаль, что так мало. Всего лишь час 38. Блять, какой час? Почему я всего говорю час? Ну, я, ребят, записываю реакции на Бусти. Там смотрим фильмы 2- и 4-часовые порой. Поэтому я уже привык говорить час. Всего лишь минута 38, и мы стопорнули. Ну, мало, мало. Что тут еще? Кадиллак. Ребята, о чем песня? Так, ребят, почему я сразу понял, что это Туркестан? А вон на заднем фоне за окном строение в форме золотого яйца, как будто бы. Напомните, что там внутри находится. Вот эта картинка классная, прям как в кино. Хочется также отметить, что у Шизы и в прошлых реакциях, я там больше года записывал назад, а то и больше 2 лет, постоянно народные орнаменты присутствуют всегда. То ли это костюмы тоже национальные, то есть современные течения моды
в музыкальной сфере, да, рэп, тесно переплетен с историей Казахстана в том числе. И это очень круто. Совмещает, казалось бы, несовместимое, и все это достаточно гармонично. Крутая у него читка, когда вот эти вот перебежки идут. Вот сейчас у него что было? Что у него было такое длинное в пол? Это же какой-то халат. Или как-то по-другому, скорее всего, это называется. Что-то на национальном. Национальный вид одежды, имею в виду, конечно же. Вот, вот, вот. Ребят, накидайте в комментариях, что еще можно посмотреть, послушать. Вот такое же кочевое, вайбовое. Буду признателен, запишу реакции. Так, ну что, ребят, нормально. В два захода, неплохо зашло. Кайфанули, чекнули. Ну, трек старый уже больше года. Кто-то вспомнил. Может, даже прослезился, да, ностальгия, анау-мнау. Я впервые послушал. Ну, еще бы слова понимать, текст, чтобы картина была более яркой для восприятия. Так, ребят, по поводу Boosty, коль уж мы тут все вместе собрались, кто еще не знает, что это такое, по ссылке в описании можно пройти на платформу. Вот так выглядит моя страничка. «Ходячие мертвецы», 9 сезон, «Остаться в живых», «Дюна», 2 часть, 1 тоже посмотрели, «Побег из тюрьмы», в общем, ребят, так, это мое рабочее место с обратной стороны, кстати, да, вот так вот я все это вижу. Аниме, сверхъестественное, в общем, ребят, контента много. Он максимально интересен и разнообразен. Всех жду в подписчиках. Не забывайте на YouTube подписываться, лайк, комментарий, колокольчик. Все это приветствуется. На этом все. Всем пока, удачи, до встречи.